Мария Угловская – участница городского конкурса красоты «Мисс Котлас» 2016, межрегионального конкурса «Битва моделей» 2019. Решила расширить границы личных возможностей и в мае этого года прошла отбор на международный конкурс красоты «Фотомодель мира 2022». И после нескольких месяцев подготовки в августе отправилась на финал в Сочи. Были репетиции каждый день. На этих репетициях мы уставали так, что ноги отвалились, грубо говоря. Вот потом съемки были на яхтах, кабриолетах, с флагами, на Красной Поляне. О съемках в сочинских локациях подробнее рассказала автор конкурсных фото котлашанка Ирина Котикова, которая приехала на бьюти-состязание мирового масштаба не только для того, чтобы поддержать подругу, но и набраться профессионального опыта, пополнить портфолио новыми кадрами. Организаторы сразу взяли талантливую девушку в штат. Представляла я это, конечно, все немножечко по-другому. Думала, что у нас будет довольно-таки достаточно времени на съемку каждой участницы, потому что девочек много, и хотелось каждую немножечко раскрыть, ну и локации были шикарные. Тайминг был очень строгий на самом деле, там на каждую девочку было по 5-7 минут времени, и это был такой интересный опыт, именно сделать результат, хороший результат за очень маленький промежуток времени. Финал международного конкурса «Фотомодель мира 2022» прошел 21 августа на красивейшей площадке в Зимнем театре. Ирина и Маша находились в центре самых интересных событий, однако работать приходилось столько, что на поболтать у закадычных подруг не было и пары минут. Первый выход был в народных костюмах, второй выход был с флагами, был танец с флагами, очень красиво. Третий был творческий номер, четвертый был финал вечерних платьев. Во-первых, хочу сказать, что я вообще не переживала, не знаю почему, как-то, может, я морально была готова к этому. Девочки все очень сначала такие: нет, мы не боимся, потом выходят, ручки дрожат, ножки. Я такая: ну ладно, я молодец, я держусь, все хорошо. Когда вручали корону, тоже особо не переживала, искала глазами Ирину, где Ирина, что фотки нормальные получились. Я, во-первых, получила удовольствие, можно сказать, кайфанула, ну и отдала буквально вот вчера последние картинки, и девочки там писали все хвалебные отзывы. Все прошло очень легко, мне кажется, очень прям вот на одной волне все 4 дня пролетели как миг. Хочется еще. От поездки в Сочи девчонки из Котласа получили все, что хотели. Мария Угловская – обладательница почетного титула «Миссис Достояние мира 2022». Ирина Котикова пополнила личную коллекцию эксклюзивными кадрами и доказала, что настоящего профессионала ни за что не напугают ни строжайшие требования организаторов, ни строгие временные рамки. С удовольствием бы съездила еще.